Здравствуйте, Владимир Владимирович. Как работается? Здравствуй. Новости есть? Есть и хорошие. Из России эмигрировал Павленский. Ну, помните, тот, который Бортникову дверь поджег и яйца Красной площади прибил? Чьи яйца прибил? Бортникова? Нет, слава богу, пока только свои. А мне кажется, было бы лучше, если бы из России уехали те, кто хочет прибить к Красной площади наши яйца, а не свои.